Это студия Российского общества знания. Меня зовут Александр Сафронов, рядом со мной Екатерина Леонова. Марафон «Дома со знанием». С 30 октября по 7 ноября каждый день мы посвящаем определенной теме. И сегодня эта тема – медицина. И прямо сейчас мы поговорим более подробно про антибиотики. Вообще, что это такое, когда они появились, какие болезни лечили раньше и что могут вылечить сейчас? Какие могут быть побочные эффекты и что будет, если принимать их без рекомендации врача? Ну и, конечно же, поможет нам разобраться в этом наша сегодняшняя гостья. Светлана Александровна Рачина, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии номер 2 Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Минздрава России. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите для начала нам вообще, что такое антибиотики? Но если говорить об антибиотиках или в более таком широком смысле, антибактериальные препараты – это некоторые природные соединения, которые обычно являются продуктом жизнедеятельности грибов, либо их синтетические производные, которые обладают способностью действовать на бактерии. Причем действовать, как правило, избирательно на те или иные структуры в бактериальной клетке, либо какие-то ферменты, которые необходимы бактерии для того, чтобы она эффективно росла и размножалась. Собственно, именно поэтому назначение антибиотиков приводит к тому, что мы убиваем бактерии и можем лечить бактериальные инфекции. В свете сложившейся эпидемиологической ситуации важно заметить, что антибиотики на вирусы не действуют, правильно? Совершенно верно. И, наверное, это самый главный миф, который нужно в первую очередь развеять, применительно к антибиотикам. Это связано с тем, что вирусы существенно от бактерий отличаются по своей структуре, по обменным процессам. Соответственно, антибиотики, как правило, за очень редким исключением, на вирусы не действуют. Поэтому применять их для лечения простуды, гриппа совершенно бесполезно. И сейчас мы живем с вами в пандемию новой коронавирусной инфекции. Хочу всем напомнить, что это тоже вирусная инфекция. И лечить поражение легких, вызванное новым коронавирусом, антибиотиками также бесполезно, как лечить грипп или какую-то любую другую простуду. Мы призываем тебя также участвовать в нашем диалоге, в нашей беседе. Ты можешь это сделать с помощью хэштега в чате трансляции с фамилией спикера. Хэштег Рачина, пробел, далее свой вопрос. Самые интересные обязательно прозвучат в нашем эфире. И для того, чтобы понять вообще актуальность темы, на которой мы будем со Светланой Александровной общаться, у нас есть еще и голосование. Вопрос звучит так. Используете ли вы антибиотики без назначения врача? И три варианта ответа. Да, нет и, ну, редко. Чуть, иногда, редко. Пиши хэштег, отправляй его в чат, и твой голос будет учтен. А когда вообще впервые такие препараты появились и в мире, и в нашей стране? Ну, на самом деле, какие-то исследования по поиску антибактериальных препаратов проводились достаточно давно, и это еще начало прошлого века. Когда, например, появились впервые в клинической практике сульфаниламидные препараты. Но, пожалуй, революцию в этой области сделали исследования британского микробиолога Александра Флеминга, который, работая в своей лаборатории микробиологической в Лондоне, в госпитале Святой Марии, обнаружил такое уникальное, удивительное свойство. Способность плесневых грибов тормозить размножение некоторых видов бактерий, когда они вдруг попадали и начинали размножаться на чашке Петри при их культивировании. Собственно, это вещество в последующем было выделено, получило название пенициллин, и, по сути дела, явилось вот таким началом современной эры антимикробной терапии. Хочу отметить, что, конечно, от момента появления, открытия пенициллина до его промышленного производства прошел еще достаточно большой период времени. И с Флемингом вместе работали и другие ученые, которые, в общем, позволили пенициллину прийти в клиническую практику. И здесь и в нашей истории есть определенные достижения, потому что в нашей стране, тогда в Советском Союзе, тоже были ученые, которые эффективно работали над появлением новых классов антибактериальных препаратов и позволили, по сути дела, обеспечить доступ к этой группе препаратов широким слоям населения. Есть мнение, что два крупнейших знаковых, главных моментов развития медицины – это изобретение вакцинации, изобретение антибиотиков. Согласны ли вы с этим постулатом? Совершенно согласна. И мне кажется, что как раз антибиотики – это те препараты, да, которые относятся к уникальным достижениям медицины, потому что ни один из препаратов не спасал такое количество человеческих жизней. То есть появление их в клинической практике еще в
в эру Александра Флеминга привело к колоссальному прогрессу в лечении очень многих серьезных инфекций. Те, которые были, по сути дела, смертельно опасными, стали вполне излечимыми. И речь идет в данном случае о совершенно разных инфекциях. Это и пневмония, то есть воспаление легких, и какие-то инфекции крови, инфекции клапанов сердца. А летальность таких инфекций после того, как антибиотики действительно пришли в клиническую практику, снизилась в десятки раз. И на сегодняшний день мы вообще не можем себе представить современной медицины без антибактериальных препаратов. А сколько времени прошло от появление от трудов Флеминга, пенициллин до внедрения в практику в медицинскую? Ну, получается, что первые какие-то сообщения о пенициллине и о его уникальном действии появились в 1928-1929 годах, а в начале 40-х годов уже, в общем-то, начиналось промышленное производство пенициллина. Ну и, по сути дела, с 50-х годов мы можем вполне осознанно говорить о том, что антибиотики стали доступными препаратами, и началась эра их такого широкого клинического использования. Но вот было множество разных болезней, и мы понимаем, что тогда еще не совсем полноценно в них разбирались, да, только начинали это изучение. А какие были подходы к назначению? Какой был симптом, что могли назначить антибиотик? Или тогда это было для всех? Ну, конечно, в первое время лечили антибиотиками наиболее серьезные инфекции. Конечно, их не было, того же пенициллина не было в достаточном количестве на протяжении длительного периода времени. И даже если мы с вами смотрим какие-то старые фильмы, там нередко, да, кто-то упоминает о том, что вот какой-то препарат такой ценный достали для лечения какого-то конкретного тяжелого пациента. Вот. Безусловно, уже к тому времени были представления о том, какая инфекция примерно какими микроорганизмами вызывается, но на начальном этапе на самом деле пенициллин мог лечить практически все инфекции, от каких-то инфекций кожи, мягких тканей, нетяжелых, до инфекций крови, пневмонии, инфекции мочевых путей. То есть у препарата был достаточно такой широкий спектр клинического применения, но, к сожалению, ситуация сейчас значительно изменилась, и пенициллин остается в арсенале лекарственных препаратов, эффективных, но используется уже по ограниченному количеству показаний. Но наверняка есть какая-то определенная классификация, может быть, виды антибиотиков. Расскажите, да, про это. Да, конечно. В общем-то, антибактериальные препараты – это очень большая группа препаратов, которые насчитывают более сотни различных соединений с разной структурой химической, с некоторыми свойствами особенными. Они делятся на классы, в первую очередь, исходя из своего механизма действия, особенностей химической структуры. И, наверное, даже наши, в общем-то, сегодняшние зрители слышали эти названия – пенициллин, цефалоспорины, макролиды, фторхинолоны, да, это уже вообще. Там тяжелее, конечно, пошло после пенициллина, но... Я хочу сказать, что вот это многообразие антибиотиков, с одной стороны, дает нам возможность выбора при лечении различных инфекций, но, с другой стороны, существенно этот выбор осложняет, потому что у каждого препарата есть некий свой спектр активности, то есть профиль тех инфекций, в отношении которых он может использоваться, есть особенности, какие-то механизмы действия, и важно понимать, что антибиотики не являются взаимозаменяемыми. То есть мы не можем назначить один препарат, например, тут же его поменять на другой. То есть это не взаимозаменяемые препараты, именно поэтому для того, чтобы их правильно выбрать и назначить, необходимы медицинские знания. Так какие группы-то все-таки? В зависимости от их действия, от тех инфекций? В основе классификации, конечно, лежит в первую очередь их химическая структура и механизм действия. То есть пенициллины имеют общие свойства. Есть целая группа, скажем, бета-лактамов, у которой один механизм, но при этом может быть разный спектр активности. А вообще, пенициллин был природным препаратом, который сейчас синтезирует. Что это вообще за вещества? К какому классу они относятся? На самом деле сейчас, конечно же, существуют разные подходы к разработке антибиотиков. Это не только уже природные вещества, но и синтетические, которые находят путем вот таких достаточно серьезных научных исследований, изучают их активность, проводят какие-то доклинические исследования. И затем, если препараты демонстрируют свой потенциал по воздействию на
те бактерии, которые наиболее часто вызывают инфекции, тем более серьезные, они начинают исследоваться у человека, проходят достаточно интенсивные этапы разных клинических исследований, где изучаются сначала их механизмы действия, спектр активности, безопасность и уже клиническая эффективность в конкретной практике, скажем, при лечении инфекции дыхательных путей, мочевых путей, кожи мягких тканей, там, инфекций другой локализации. То есть это, конечно, очень долгий процесс поиска, иногда синтеза, исследования и клинической апробации новых препаратов. То есть прежде чем они попадают в клиническую практику, конечно, проходят годы. И это, с одной стороны, хорошо, это дает нам возможность получить и использовать в практике реально безопасные препараты. Но, с другой стороны, это, конечно, очень долгий путь. И иногда некоторые препараты, которые появляются в клинической практике, к ним уже есть антибиотикорезистентность. Ну, вот. Мы постепенно подбираемся к главной теме, к главной проблеме. Пока все, что вы рассказываете, классно. Были инфекции, изобрели средства от них, начали применять. Вроде все хорошо. В чем проблема? Да, подвох именно в том, что, к сожалению, бактерии в эволюционном плане гораздо старее нас с вами. Они живут уже миллиарды лет, и они научили приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. И, по сути дела, антибиотикорезистентность – это способность определенных микроорганизмов, да, приобретать устойчивость в процессе их эволюции. Это их закономерное биологическое свойство. И антибиотик в данном случае для них является своеобразным вызовом. Они должны приспособиться к его воздействию. И тот, кто победил, тот сильнее, тот создает, получает для себя дополнительные условия для выживания, занимает разные экологические ниши, в том числе в организме человека. Вот, поэтому это, по сути дела, естественное такое биологическое явление, но широко используя антибиотики в клинической практике, мы очень активно этот процесс регулируем в сторону более быстрой селекции устойчивости. И это создает для нас колоссальные проблемы в плане выбора препаратов. И на сегодняшний день вот как раз широкое распространение в популяции бактерий, которые устойчивы к множеству, большинству классов антимикробных препаратов, становится одной из колоссальных проблем. Если раньше мы с этим сталкивались преимущественно в каких-то крупных мегаполисах, в крупных стационарах, у пациентов в выделениях реанимации, интенсивной терапии, то сейчас антибиотикорезистентность становится актуальной проблемой не только для любого лечебного учреждения, но даже при лечении инфекции в амбулаторной практике. Ну, сейчас мы окунемся в мир этих супербактерий, которые могут противостоять любым антибиотикам. А были ли бактерии, которые так получилось, которые были уничтожены как вид, например, с помощью антибиотиков? С помощью антибиотиков, к сожалению, это невозможно. То есть избавиться от каких-то инфекций серьезных возможно, по сути дела, только вакцинацией. Ну, либо если какие-то природные, скажем так, явления происходят, да, которые позволят, в общем, избавиться от той или иной бактериальной инфекции. Антибиотики, по сути дела, лечат конкретную инфекцию конкретного пациента. Их основная задача, по сути дела, разрушить бактерию, либо замедлить, нарушить рост и, соответственно, замедлить прогрессирование патологического процесса. А дальше все остальное организм делает сам. То есть у нас целиком для этого они не могут, да, иммунная избавить? Система. Нет, собственно, здесь нужно понимать, что симптомы, они связаны и с самой болезнью. То есть, по сути дела, действуя на причину, которая приводит к появлению тех или иных симптомов, естественно, мы в том числе и с помощью антибиотиков эти симптомы уменьшаем их выраженность, либо избавляем пациента от них. Да? Но здесь нужно понимать, что эта терапия именно этиотропна. И если симптомы не связаны с бактериальной инфекцией, антибиотики не будут работать. И это тут же мы с вами опять же возвращаемся к такому нерациональному применению антибиотиков, например, при респираторных инфекциях, которые, как правило, вызываются вирусами, если мы говорим об амбулаторных пациентах. И пациенту самому очень сложно будет дифференцировать, с чем связан кашель, повышение температуры. Вот. Но антибиотики будут работать только в том случае, если эти симптомы связаны с инфицированием конкретным бактериальным возбудителем. К нам уже приходят вопросы в чат-трансляции, хэштег Рачина. Как моделировать антибиотики, вот такое слово применено, чтобы они работали только по необходимым бактериям?
Это задача, которая, к сожалению, еще не решена. И если кому-то удастся, ну, то есть мы подбираемся, наверное, к решению этой проблемы, если кому-то удастся это сделать, это, наверное, будет не менее серьезным открытием в области медицины, по крайней мере, антибиотикотерапии, чем труды сэра Александра Флеминга. Но, к сожалению, пока это невозможно. Это создает определенные проблемы, потому что антибиотики действуют на те микроорганизмы, которые входят в спектр его активности. И пока не научились выбирать болезнетворные микробы и дифференцировать их с микроорганизмами, которые входят, например, в нормальную микрофлору желудочно-кишечного тракта либо полости рта. Потому что ведь бактерии не всегда зло. Бактерии многие являются полезными, они защищают в том числе нас от каких-то патологических процессов, участвуют в процессах метаболизма. Но антибиотики, к сожалению, не умеют это делать. И пока вот эти вот разработки по так называемым таргетным препаратам, которые вот могли бы убивать только пневмокок, либо действовать только на кишечную палочку, остается нашей мечтой. Ну, это как раз и приводит к некоторым последствиям, связанным с антибиотикотерапией, потому что они так или иначе действуют на нормальную микрофлору и дыхательных путей, и влагалища, и полости рта, вызывая некоторые побочные эффекты. Ну, а как думаете, сколько времени нужно, чтобы разработать? Сколько лет должно пройти? Для того, чтобы появились такие препараты? Да. Ну, знаете, наверное, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции, давать прогнозы – это самое плохое дело, потому что ни одни из них не оправдываются. Но мне кажется, что человечеству понадобится еще несколько десятков лет для того, чтобы либо найти какие-то инновационные способы борьбы с бактериями, либо действительно найти препараты, которые обладали бы вот таким вот, скажем так, целевым таргетным действием. Да? Но за этим ведь стоит еще и развитие микробиологических исследований. Прежде чем применять препарат, мы должны научиться очень быстро идентифицировать, то есть устанавливать этиологию инфекции для того, чтобы уже и лечить тогда вот такими инновационными препаратами. Мы говорим о бактериальных инфекциях каких-то, а грибковые инфекции, они лечатся с помощью антибиотиков? В абсолютном большинстве случаев нет, потому что грибы, либо микроскопические грибы, или микромицеты, как их называют в медицине, они тоже очень отличаются от бактерий по своему строению, по обмену, который происходит в грибковой клетке. Вот, поэтому за очень-очень редким исключением антибиотики на них не действуют. Но в отношении микроскопических грибов есть своя группа, свой класс, в общем-то, да, противогрибковых препаратов. Вот, которые с ними эффективно справляются. И как раз сейчас они очень, очень активно развиваются, появляются, вот как раз в этой области появляются новые соединения, достаточно эффективные. Вы говорили о том, что антибиотикорезистентность, проблема была раньше крупных мегаполисов, крупных стационаров. То есть эти бактерии, которые развивают в себе способность противостоять антибиотикам, они чаще всего появляются именно в стационарных больницах. Да, это действительно так. Чаще это все-таки резервуаром являются больницы. Но это микроорганизмы, которые приобретают способность очень быстро распространяться. Причем здесь путей распространения очень много, в том числе и сами пациенты, которые находились в стационаре, инфицированные либо колонизированные этим микроорганизмом, выписываются домой, могут быть источником их распространения в окружающей среде. Они могут при определенных обстоятельствах передавать их, в том числе своему ближайшему окружению. Собственно, такие супербактерии прекрасно путешествуют. И даже если они появляются, например, с какими-то новыми механизмами в конкретном стационаре, очень быстро такие микробы выявляются, например, в Москве сразу в разных учреждениях. Появление микроорганизма с каким-то новым механизмом устойчивости в одной стране либо даже в одном регионе в силу того, что сейчас мир очень открыт и люди путешествуют, да, это достаточно быстро приводит к такому распространению в другие страны, регионы и возникновению вот таких, в том числе, эпидемических вспышек, вызванных супербактериями. Как бороться с ними? Есть какие-то методы? Мы же внутри больницы.
Да. Все достижения при нас вот здесь вот сейчас. Ну, конечно, конечно, мы, в общем, мировое сообщество давно этим озабочено. И здесь есть определенные меры, скажем, предосторожности и обследования этих пациентов, и наблюдения последующего за такими пациентами. Но на самом деле, наверное, говоря о глобальной проблеме антибиотикорезистентности, мы в первую очередь, как медицинское сообщество, должны задумываться о их рациональном применении. Конечно, мы можем говорить о том, что население у нас такое вот непослушное и покупает антибиотики самостоятельно, в аптеках, без рецепта врача. Но порой мы забываем о том, что мы и сами, как врачи, допускаем достаточно много ошибок. Если посмотреть мировую статистику, то по разным данным от 30 до 50% всех назначений антибиотиков в стационарах являются либо необоснованным, либо недостаточно рациональным. То есть проблема в том числе и в нас. Но, кроме того, здесь есть еще, особенно если мы говорим об отделениях реанимации, интенсивной терапии, где лежат самые тяжелые пациенты, здесь, конечно, эпидемиологические определенные меры тоже чрезвычайно важны. И в нашей стране этому, конечно, должно уделяться гораздо больше внимания, чем это происходит сейчас. Ну а вот смотрите, допустим, да. Человек заболел, врач прописал антибиотики, я подчеркиваю, врач прописал антибиотики, и все, бактерии злые, плохие, разрушены, и вроде человек чувствует себя хорошо, но это же сильный препарат, у него наверняка есть тоже какие-то побочные эффекты. Какие побочные эффекты есть у антибиотиков? Ну, начнем с того, что антибиотик – это такой же лекарственный препарат, как любой другой, как аспирин, например, да, как... парацетамол. То есть, и, конечно, у антибиотиков есть побочные эффекты. Они самые разнообразные, от аллергических реакций до какого-то токсического воздействия на почки, печень, кровь. Вот. Но при этом мы должны понимать, что антибиотики обладают еще и дополнительными свойствами. Я уже об этом сегодня говорила. В частности, из-за особенностей своего действия они могут неблагоприятно влиять на нормальную микрофлору и желудочно-кишечного тракта, например, и полости рта, и влагалища, вызывая нарушение, некий дисбаланс в количественном, качественном соотношении микроорганизмов, которые эту нормальную микрофлору представляют. И это может приводить к особым нежелательным лекарственным реакциям, к размножению на этом фоне других микроорганизмов. Это может вызывать антибиотико-ассоциированную диарею, либо, например, кандидоз, если речь идет уже не о бактериях, например, а о микромицетах. Или молочниц. Грибки начинают освободившимся пространством. Совершенно верно. Экологическая ниша не бывает пустой. Если бактерии ее освободили, то на этом фоне начинают размножаться другие бактерии, на которые антибиотик не действует. Либо сюда приходят другие возбудители, в том числе микроскопические грибы. А может быть, что не будет побочных эффектов? Или они всегда стопроцентно будут? Нет, конечно. То есть вообще абсолютное большинство препаратов, которые используются в клинической практике, включая антибиотики, они достаточно безопасны. И особенно если мы назначаем препараты по показанию, коротким курсом, если врач учел какие-то рекомендации по режиму дозирования, то есть доза, кратность, длительность приема, то в абсолютном большинстве случаев эти короткие курсы безопасны, они не сопровождаются какими-то побочными эффектами. Но мы просто должны понимать некие особенности, связанные с антибиотиками, и предупредить пациента о том, что вот такие симптомы могут быть, и он должен быть информирован, как себя вести в той или иной ситуации. Но инструкцию тоже можно читать. Конечно, да, безусловно. Это марафон «Дома со знанием». Сегодня у нас день медицины, и в гостях в нашей студии Светлана Александровна Рачина, доктор медицинских наук. Мы говорим об антибиотикорезистентности и спросили у вас, пользуетесь ли вы антибиотиками без назначения врача. Было три варианта ответа – да, нет и редко. И вот у нас результаты. Да, результаты пока непонятны. Я думаю, к концу нашего эфира мы их подведем, а пока вопрос следующий. Антибиотикорезистентность. Возникает ли она только от использования антибиотиков как бы по назначению? Ведь есть еще ситуации, когда человек не прошел полный курс антибиотиков, как я понимаю, лечения, остановился на середине, и прямо в нем бактерии начали
эволюционировать да, и обрели эту резистентность, потому что курс был не закончен. Ну, такое возможно, безусловно. То есть действительно есть такие феномены, что микроорганизмы даже в процессе лечения могут приобретать устойчивость. Вот поэтому, конечно, здесь чрезвычайно важно следовать рекомендациям врача. И если препарат назначен на определенный срок, очень важно не только выполнять, скажем, правила по дозе, кратности приема, но и по длительности терапии. Ну, хотя я хочу отметить, что современная медицина и современная, в общем, терапия антимикробная, она как раз направлена на то, чтобы по возможности сократить курсы приема антибактериальных препаратов, потому что они выполняют, как я уже говорила, основную задачу — это уничтожить бактерии. То есть надо понимать, что они не приведут, например, к полному излечению пациента, к полному купированию всех симптомов. Они выполняют свою строгую задачу, а дальше работает организм, работает собственная иммунная система, которая справляется с остатками бактерий очень успешно. Вот. Но я хочу подчеркнуть, что это очень важно, соблюдать при назначении антибиотиков рекомендации врача и по кратности, и по дозе, и по длительности курса. Для некоторых инфекций действительно принципиально важно соблюдать именно определенную длительность, потому что это направлено на элиминацию бактерий. То есть если бактерии не элиминировать, это может сопровождаться достаточно серьезными осложнениями, в том числе отсроченными, которые могут возникать там, даже через несколько недель и месяцев. Ну, я, например, могу привести в качестве примера стрептококковый тонзиллит, стрептококковую инфекцию, где очень важно соблюдать действительно определенную длительность приема препарата. Вот у нас результаты появились. Пользуетесь ли вы антибиотиками без назначения врача? Редко 48%, нет 30% и да 22%. Угу. Можете ли вы прокомментировать, и к чему вот эти вот редкие почти 50% аудитории могут привести? Ну, конечно, меня эти результаты не удивили, но очень расстроили. Получается, что только 30% нашего населения понимает необходимость в использовании антибиотиков только по рекомендации врача. Абсолютное большинство, неважно, редко либо регулярно, пользуются антибиотиками самостоятельно. Еще раз хочу отметить, что все-таки почему самолечение антибиотиками — это неправильный путь. Потому что антибиотики – очень разнообразный класс препаратов, и мы с вами сегодня уже об этом говорили. И не обладая специальными медицинскими знаниями, пациенту очень сложно понять, какой препарат в каждой конкретной ситуации необходим. И даже если он попытается копировать назначения врача, которые были сделаны родственнику и знакомому, это совершенно неправильный путь. Потому что одна и та же инфекция у разных людей может вызываться, одно и то же заболевание может вызываться разными бактериями и лечиться совершенно по-разному. Кроме того, еще раз напоминаю, что очень сложно иногда дифференцировать этиологию на основании симптомов. Потому что кашель, повышение температуры, боли в горле – могут быть как проявлением вирусной, так и бактериальной инфекции. И в первом случае антибиотики совершенно бесполезны, а во втором как раз они помогут избавиться от осложнений и быстрее купировать симптомы и вернуться к нормальной жизни. Вот если вместе с антибиотиками назначать пробиотики, то это как-то поможет облегчить вот эти все процессы влияния антибиотиков на наш организм? Ну, это очень, с одной стороны, интересный вопрос, но достаточно сложный. Мне кажется, вот ему можно даже отдельную программу посвятить. Хочу напомнить нашей аудитории, что пробиотики – это либо лекарственные препараты, либо какие-то биологические добавки, которые содержат в себе живые микроорганизмы. Обычно это молочнокислые бактерии, лактобактерии, бифидобактерии, которые являются составной частью нормальной микрофлоры, в первую очередь желудочно-кишечного тракта. И с одной стороны, конечно, мы понимаем, что назначая антибиотики, мы воздействуем на эту нормальную микрофлору. Вот. И попытки применить пробиотики – это, по сути дела, попытки восстановить этот нарушенный баланс. Но я хочу отметить, что пробиотики – это тоже очень разный класс препаратов. И далеко не все из них по своему составу, скажем, эквивалентны друг другу. И, по сути дела, те положительные эффекты, которые на пробиотиках получены, в частности, уменьшение риска развития антибиотико-ассоциированных диарей, продемонстрированы только для конкретных штаммов в определенном их количестве. Мы вообще не можем это экстраполировать на весь класс пробиотиков.
Вот. И, наверное, еще один важный момент, что я уже говорила о том, что сейчас тенденция к тому, чтобы антибиотики назначались максимально короткими курсами. И эти назначения, в общем-то, безопасны у абсолютного большинства пациентов, даже если развивается какой-то дисбаланс нормальной микрофлоры, он клинически никак не проявляется, и организм его сам прекрасно восстанавливает. Собственно, и поэтому я бы не рекомендовала в рутинной практике всем назначать пробиотики. Это и с клинической точки зрения часто не целесообразно, а с другой стороны, это еще и значительно удорожает лечение. И в некоторых случаях получается, что антибиотик может быть в два раза дешевле, чем пробиотик. Неизвестно, поможет ли он или нет. Вот, поэтому и с этой точки зрения вот такая рутинная практика назначения пробиотиков, и, на мой взгляд, является совершенно избыточной. Можно ли сказать, что хуже самостоятельного употребления антибиотиков, употребление антибиотиков с пробиотиками самостоятельно? Нет, я бы все-таки сказала, что ничего хуже, кроме самостоятельного самолечения антибиотиками, быть не может, потому что это самая главная беда. Вот. С другой стороны, я могу с вами согласиться, что неправильный выбор пробиотика, потому что здесь тоже нужны, раз эта группа вот такая разнообразная, здесь тоже все-таки необходима врачебная квалификация. Но это тоже может сопровождаться последствиями. Я, собственно, не собиралась об этом подробно, наверное, говорить, но на самом деле некоторые, так как пробиотик содержит бактерии живые, то при их использовании описаны случаи и их попадания в системный кровоток. И они, то есть, по крайней мере, есть казуистические случаи развития вот таких тяжелых инфекций, связанных с этими бактериями, которые содержатся в пробиотике. Потому что, ну, в общем, они живые, да, и если есть какие-то, в том числе, нарушения со стороны иммунной системы, такое возможно. По крайней мере, такие случаи описаны в литературе. А вообще, миф это или нет, что антибиотики подавляют иммунитет? Миф. Знаете, на самом деле современные клинические исследования и требования вообще к лекарственным препаратам настолько жесткие, что ни один препарат, который может подавлять иммунную систему, вообще не дойдет даже до этапа клинических исследований. Они отбраковываются на самых ранних этапах, поэтому антибиотики не угнетают иммунную систему. Более того, хочу сказать, что есть некоторые классы препаратов, которые наоборот обладают иммуномодулирующим, иммуностимулирующим действием, противовоспалительной активностью, ну, например, те же макролидные антибиотики. Более того, их эффекты вот эти дополнительные даже находят применение в клинической практике. Поэтому это, безусловно, миф, и мне кажется, от него нужно избавиться раз и навсегда. Но сейчас мы его точно попытались развеять, и те, кто нас сейчас смотрят, точно теперь это знают. Мы вроде бы говорим про антибиотикорезистентность и вред от бессистемного употребления антибиотиков, но в то же время почти весь эфир рассказываем о том, какие они хорошие и какую пользу несут. По назначению врача. Понятно, но, может быть, создавать им образ чуть более опасного вещества, чтобы люди бесконтрольно его не употребляли? То вроде бы хорошая вещь. Антибиотики действительно хорошая вещь, но в умелых руках, в руках врача в первую очередь. Потому что, разве можем мы сейчас себе представить вообще современную медицину без антибактериальных препаратов? Ими лечим совершенно разные инфекции. Тяжелые инфекции для того, чтобы человеку спасти жизнь, избавить его от каких-то серьезных осложнений. И даже не тяжелые инфекции мы лечим для того, чтобы помочь пациенту скорее поправиться, вернуться к работе, к хобби, к спорту. Да, то есть я, наверное, противник того, чтобы создавать мифы вокруг антибиотиков, что это ужасные какие-то страшные препараты. Мы должны понимать их ценность. И самое главное, мы должны понимать, что будущее антибактериальной терапии зависит от нас с вами, зависит от того, насколько мы будем грамотно подходить к их назначению. Собственно, насколько наши зрители в данном случае и вообще население в целом будет ответственно подходить к их применению, понимать, что каждый случай назначения антибиотика – это, по сути дела, это селекция резистентности. И чем чаще и шире мы будем их использовать, тем меньше возможностей останется для наших будущих поколений. И с тем большими проблемами они будут сталкиваться. И это связано еще с тем, что антибиотики, в общем-то, очень неперспективные для фармацевтических компаний отрасль. В них сейчас
нет заинтересованности, потому что это вот такие непредсказуемые вещества, которые вышли на рынок. Компания потратила огромные деньги, потратила время для того, чтобы препарат исследовать, зарегистрировать. К моменту выхода препарата на рынок практически всегда уже есть бактерии, которые к нему устойчивы. Соответственно, какие будут возможности у компании для того, чтобы вернуть свои инвестиции в разработку нового препарата, это большой вопрос. Именно поэтому сейчас глобально мировое сообщество этой проблемой озабочено, и создаются, в общем-то, Всемирная организация здравоохранения создает, в 2017 году опубликовала приоритетный список микроорганизмов, в отношении которых нам критически важны новые антибиотики. И для компаний, которые занимаются их разработкой, создаются специальные условия по ускоренной регистрации, по пролонгации патентов, для того, чтобы все-таки мы, как врачи, получили в клинической практике новые препараты. Я почему-то думала, что антибиотики это достаточно популярно и распространено. Но скажите, беременным вообще можно принимать антибиотики, и их назначают врачи им или нет? Да, безусловно, беременные тоже болеют бактериальными инфекциями. И более того, некоторые инфекции у них могут даже встречаться чаще, например, инфекции мочевых путей. Вот, поэтому, безусловно, беременным при наличии соответствующих показаний антибиотики назначаться могут и должны. Это не опасно? Единственное, нужно понимать прекрасно, что в данном случае должны выбираться препараты, которые безопасны, которые не влияют неблагоприятно на течение беременности, не влияют негативно на формирование плода. Эта информация хорошо известна, в общем-то, она есть в инструкции по медицинскому применению. И любой пациент, беременная, может всегда проконсультироваться с врачом для того, чтобы сделать оптимальный выбор. Но, безусловно, еще раз повторяю, что если есть показания к назначению антибиотиков во время беременности, у нас есть в арсенале безопасные препараты. Ну, все индивидуально. Антибиотикорезистентность, я настаиваю. Давайте разберемся все же с ней. Представим себе ситуацию, что недалекое будущее, антибиотикорезистентность как явление захватила планету, и у нас никакие антибиотики уже не действуют. Что страшного? Ну, это вы описываете какую-то всемирную катастрофу, и я даже вообще с трудом себе могу представить, что мы можем... Ну, на самом деле, понимаете, мы, наверное, уже последние 10 лет говорим о том, что эра антибиотиков вообще заканчивается. И это связано с тем, что сейчас, если мы вернемся к стационарам, к лечению тяжелых больных, которые так называемых внутрибольничных или нозокомиальных инфекций, то есть именно тех инфекций, которые развиваются уже у госпитализированных пациентов после определенного периода пребывания в стационаре. Так вот, мы уже сейчас сталкиваемся с такой мировой катастрофой, потому что примерно 30% пациентов лечить нечем. То есть у нас либо нет выбора совсем, либо нет хорошего выбора с точки зрения эффективности и безопасности. И мы уже сейчас находимся в той ситуации, когда если ничего не изменится, то количество людей, которые там, в ближайшие годы и десятилетия будут умирать от таких вот тяжелых инфекций, вызванных супербактериями, количество таких пациентов будет расти огромными темпами. Что за болезнь? О каких идет речь? Это совершенно разные, иногда даже банальные инфекции, воспаление легких или пневмония, о которой я сегодня говорила. Если это нозокомиальное пневмония, мы уже сейчас сталкиваемся с огромными проблемами при выборе антибиотиков. Они, казалось бы, есть, но некоторые микроорганизмы устойчивы практически ко всем препаратам. Поэтому, например, вот при нозокомиальных инфекциях мы сейчас не можем, просто имея клинический диагноз пневмонии, уже подобрать препараты эффективные. То есть необходимо, безусловно, вначале выявить микроорганизм, то есть установить этиологию инфекции, определить его чувствительность к антибиотикам. И только это нам позволяет хоть какие-то варианты терапии найти. Поэтому вот этот Армагеддон, он вообще находится довольно близко от нас. И мне кажется, именно поэтому мы должны понимать, что проблема настолько серьезна. Она серьезнее, на мой взгляд, чем пандемия коронавируса. Просто сейчас, в силу того, что невозможно заниматься всем, на нее ей меньше уделяется внимания. Но действительно усилия в этой области
всего мирового сообщества должны быть консолидированными и просто немедленными. То есть проблема в том, что у нас есть некоторое количество заболеваний, которые лечатся антибиотиками. Сейчас у бактерий возникла некая резистентность, устойчивость к этим антибиотикам. Совершенно верно. А есть, может быть, другие методы лечения этих болезней? На самом деле альтернатива антибиотикам сейчас для лечения именно бактериальных инфекций на сегодняшний день нет. Конечно, есть какие-то инновационные разработки и поиск пойти вообще по другому пути и найти новые, скажем так, способы борьбы с бактериями. Но это еще настолько далеко до реального клинического применения, поэтому, мне кажется, наши ближайшие задачи, направленные на сдерживание этой проблемы антибиотикорезистентности, должны быть другими. Мы должны помнить о том, что существует вакцинация, и если мы предупреждаем инфекцию, нет потребности ее лечить, нет необходимости назначать антибиотики. И вакцины сейчас доступны не только в отношении вирусов, но и некоторых бактериальных возбудителей, в частности, той же пневмококковой инфекции. И второй момент, опять же, мы должны возвращаться к максимально разумному и рациональному применению антибиотиков. И не только в медицине, потому что ведь антибиотики широко используются в животноводстве, в растениеводстве, в ветеринарии. И бесконтрольное их применение в этих областях чревато усугублением этой проблемы не меньше, чем применение у человека. Поэтому сейчас очень много таких глобальных проектов, которые, в общем, пытаются объединить наши общие усилия, не только врачей, да, не только медиков, не только ветеринаров, но вообще всего мирового сообщества, всех, скажем так, и пациентов в том числе, направленных на борьбу с антибиотикорезистентностью. То есть те антибиотики, которые используются в сельском хозяйстве для истребления сорняков и, допустим, возможно, мы не знаем, мы не видели, в животноводстве, да, они тоже влияют на общую совершенно ситуацию. Совершенно верно. Они могут селектировать устойчивость, потому что иногда используются препараты со сходной структурой. Кроме того, эти микроорганизмы могут также, в общем-то, передаваться, да, то есть они распространяются во внешней среде и являются источником инфицирования пациентов и вызывают у них серьезные инфекции. Именно поэтому эта проблема глобальная, и решение ее должно быть глобальным, поэтому необходимы такие совместные усилия. Сейчас, в общем-то, в странах очень хорошо мониторируется ситуация с использованием антибиотиков у человека, да, с медицинскими целями, но очень важно также мониторировать, что происходит в ветеринарии. У нас достаточно жестко контролируется использование антибиотиков там, в животноводстве, при производстве сельскохозяйственной продукции. Но пока это данные, которые, в общем, такой широкой аудитории недоступны. И предпринимается достаточно много усилий для того, чтобы их объединить, чтобы у нас была общая картина. И мы понимали, в каком направлении совместно нужно двигаться. А меня все-таки интересуют люди, которые принимают и не принимают антибиотики. Допустим, такая ситуация. Человек серьезно заболел, пришел к врачу, и врач прописал ему антибиотики. Но он отказывается их принимать и говорит, я лучше чай с малиной попью, ноги попарю. Как-то сам попытается вылечить. Насколько плохой исход может быть? И какова вероятность, что инфекция и болезнь какая-то действительно уйдет? Это, конечно, очень сложно гипотетически эту ситуацию обсуждать. Это зависит, конечно, от того, какая это инфекция, насколько она тяжелая. Но, конечно, если антибиотики показаны и врач их назначает, это значит, речь идет действительно о наличии определенных показаний, о том, что это бактериальная инфекция, которая без антибиотиков может закончиться развитием осложнений, если она серьезная, может быть, даже и таким неблагоприятным исходом. Кроме того, конечно, это может привести, особенно если пациент отказывается лечиться, либо не соблюдает рекомендации, это может привести к рецидиву, то есть к возврату симптомов заболевания. Поэтому здесь мы должны понимать, что с одной стороны назначение антибиотиков – это селекция резистентности, с другой стороны мы должны понимать, что польза от них тоже колоссальная. Угу. И сейчас, конечно, многие инфекции, которые когда-то были смертельно опасными, стали вполне излечимыми, и это безусловная заслуга антибиотиков. То есть это соотношение пользы и риска, оно абсолютно необходимо, и мне кажется,
Врачи это понимают, наша задача еще и донести эту информацию до наших слушателей, что это все-таки прерогатива врача принимать решение о назначении антибиотиков. Ну, столько от них пользы, как не попробовать-то самому купить, выпить и все. У нас, кстати, обновились результаты голосования. Мы спрашивали сегодня, пользуетесь ли вы антибиотиками без назначения врача. Хэштег «да», хэштег «нет» и хэштег «редко». Узнать ситуацию среди наших зрителей. И, в общем-то, по-прежнему у нас лидирует вариант «редко», что нисколько не уменьшает опасности антибиотикорезистентности, возникновения устойчивости бактериальных инфекций к тем антибиотикам, которые есть, и вот тому апокалипсису, который мы описывали через некоторое количество времени в будущем. Так что вот именно те люди, которые считают, что редко можно, потому что ничего страшного, вот это самая страшная беда. Так или нет, Светлана Александровна? Вы можете мне парировать, вы можете сказать, все не так. Нет, я с вами совершенно согласна. Более того, мы проводили исследования как раз по отношению населения к антибиотикам, по нашим особенностям, сравнивая, например, наш менталитет жителей стран Центральной, Западной Европы. И что касается врачей, это касается и врачей, и пациентов. К сожалению, у нас люди осознают проблему, но они никак не ассоциируют это со своими действиями. То есть они считают, что это не я виноват. Ну что, если я там раз в год выпью антибиотики? Это никак не повлияет на общую проблему с антибиотикорезистентностью. То есть вот у нас такой менталитет. То есть мы понимаем, что это проблема, но при этом никак не ассоциируем ее со своими действиями. Вот я хочу, чтобы, наверное, те, кто у нас относится сегодня к категории особенно редко, еще раз осознал, что каждый прием антибиотиков – это вклад, к сожалению, в рост антибиотикорезистентности. Особенно если это назначение необоснованное, особенно если вы таким образом лечите какую-то простуду, которая антибиотиками лечиться в принципе не должна. То есть еще раз, если поиграться с цифрами, то редко у нас 54% и пользуются 19%, это уже 63%. Да. А из тех, кто не пользуется без назначения врача, то есть только по назначению. Иногда ошибочное назначение. Оттуда процентов 7 еще уберем. И у нас получится 80% пользуются, а 20% нет. Это ужасающие, страшные для будущего человечества цифры. Ну и если вы видите, что в ходе эфира эта цифра пациентов, которые не пользуются антибиотиками, снижается. Она была 30, сейчас уже 27. Ну, к нам присоединяются новые зрители и выражают свое мнение. В общем, проблема есть, и с ней нужно разбираться, о ней нужно говорить, что мы сегодня и делали вместе со Светланой Александровной Радчиной, доктором медицинских наук. Она была в гостях на марафоне «Дома со знанием». Сегодня у нас день медицинский, впереди у нас еще много интересного. Оставайтесь дома, оставайтесь со знанием. Светлана, вам спасибо. Всем всего хорошего.